Всем привет! Недавно пришла с работы, вот, ну, решила взять камеру в руки и вам заснять, как обычно, свой вечер. Такое чувство, прям как день сурка. Пришла с работы, все одни и те же движения. Ну, иногда-то меняется что-то, вот, другое появляется, а так все одно и то же. Ну, я думаю, у вас так же. Ну, а что сейчас хочу сделать, это пересыпать вот этот вот корм. Сегодня приходила на обед днем домой, помыла контейнер, чтобы успел до вечера высохнуть. Пересыпаю вот этот контейнер фикс прайса. И вот этот вот Уринован хочу пересыпать сюда. Заказывала, кстати, на Валберес. Здесь 1,5 килограмма. Хотела уточнить, вот колбаску, это я делала себе тормозок, и в холодильнике приготовила чизкейк творожок, мне очень нравится, от Савушки. А хлеб почему не положила, потому что у меня на работе есть, как они, хлебцы, я в последнее время стала покупать хлебцы, и на хлебцы кладу уже колбаску и сырок. Ну вот такой вот у меня тормозок. Свекольник. И кофе. Свекольник, кстати, если кому интересно, мое последнее видео я показывала, как я варю свекольник. Хочу вам показать, как разогрелся свекольник в микроволновке. Вот такая вот вся тарелка в красную точечку. А если без крышки греть, так это вся микроволновка будет жирная в красную точечку. Но я всегда крышкой накрываю. Ну все, мне приятного аппетита. Все, я уже покушала, посуду помыла. Сейчас буду купаться. Но прежде чем купаться, я хочу вам кое-что оставить, точнее даже два отзыва о своих покупках. Это вот этот вот гель для душа, я уже показывала в обзоре покупок фикс прайса Магнит Косметик. 500 миллилитров тут выгодно. Мне понравился. Тело у меня не чешется после него. Запах единственный, но это для многих, наверное, будет плюс. Для меня это минус. Я люблю, когда пахнет тело. Не такой яркий запах. Но главное же, что не чешется тело. Не сушит, не сохнет. И еще один отзыв. Но это уже с Wildberries. Это вот эта вот расческа. Расческа просто бомба, просто вообще мокрые волосы расчесывает, не дерет, так, ну вообще очень классная расческа.
и мыть ее удобно. Ничего сюда не попадает, как у меня была до этого расческа. Просто супер. Вот, рекомендую, кто вот, кому актуальна именно вот такая расческа для мокрых волос. Ну, я и сухие волосы ей расчесываю. Классная расческа. Ну, единственное, что она вот такой вот формы полностью в стаканчик у меня не входит. Стаканчик этот уже старенький. Еще не знаю, что для расчесок придумать. Если вы знаете, подскажите, пожалуйста. У меня вот такой вот стаканчик. Но мне надо, чтобы он сюда именно помещался. Не знаю, может, корзинку какую-нибудь. Не знаю. Ну, на сегодня я с вами буду прощаться. Надеюсь, что скоро с вами увидимся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.